Конкурс «Малая родимая эстафета корыстных справ» проходит уже другий год запар. Сярод удельников, специалисты, методисты управления отдела по адукации гар-райвыканкама у администрации района у Бреста, керавники стационарных выхаваўчо-оздараўленчых установ адукации. Усяго более 20 удельников из усіх регионов в области. Есть положение этого конкурса, которое затрагивает много аспектов. Это воспитательная, идеологическая направленность, обучающее мероприятие. Естественно, это то, как привлечь внимание нашего подрастающего поколения к своему уголку, где он родился. Описание системы подбору и подрыхтовки педагогичных кадров для працы у выхаваўчо-оздараўленчых установах адукации, адлюстрование у педагогичных проектах основных напрамков акции, видео и фото справаздача по реализации мероприемства акции «Малая родима» эстафета корыстных справ. Форму представления проекта удельники вызначали самостойно. Мы готовили такой специальный тематический альбом, потому что необходимо было представить методические материалы. В альбоме представлены все тематические дни, вся педагогическая команда «Горящие сердца», которая работает уже 6 лет в лагере «Березка» по 2 смены, 3-ю, 4-ю оздоровительно. Наша 4-я смена проходила под названием «Летний маршрут. Малая родина». У вынику пераможцы гэтага этапу конкурса стал проект наставницы с Бярозаўскага района Ирины Музыки «Крылатый патруль». В этом году мы хотели привлечь детей к такому масштабному мероприятию спортивному, как вторые Европейские игры. И легенда смены предполагала их непосредственное участие в спасении символов, возвращении символов в Республику Беларусь, именно белорусских символов. Поэтому для ребят это было приключение, это была стратегическая операция, и без их участия вторые Европейские игры не состоялись бы. У 2020 годзе пройдзе яшчэ адзін абласны этап конкурса, які вызначыць удзельнікаў конкурса на рэспубліканскім узроўні.